Я не то включил. Но песня тоже неплохая была. Спалился, ой. Ой! Ой! Ой, спалился! А что только никому не рассказывайте, это будет наша тайна, ладно? Верни музыку. Нет! Это моя музыка! Это она мне поет! Понимаю. Соси хуй. А гемостатик забыл, у тебя есть? Блять, нет у тебя гемостатика, я понял. Так, вот забыл гемостатик, и теперь... Козлина, блядь. Как он так быстро сюда попал? Я же, сука, здесь заспаунился, нахуй. Он что, внутри заспаунился? Я еще услышал, как кто-то двигается. Я ж поэтому не пошел внутрь. Откуда он, блядь, взялся здесь? Как он... Я реально здесь заспаунился, блядь. Как он здесь смог впервые оказаться? Шифтишь на врага? Типа он на меня шифтил, имеешь в виду, получил пизды? Нет, получил пизды, потому что у меня патроны нормально, он стрелял с говна. Я, мои патроны М61, а его патроны девочка-сосочка. У тебя по кадрам? На развязке. Да хз, наверное, около сотки есть. Наконец-то, солнышко мое. Я тебя так долго искал. Плюс папки. Ну, это же пон-пон без нас. Ну а что ты думаешь, я все делаю с вами? Нет, такие вещи я предпочитаю делать сам. Да вы заебали, блять, микровотечение опускать. Блять, ублюдок. Господи, ебаные, блять, пипеги. Надо 150, чтобы сильное кровотечение. Ебаный рот, я умираю. Блять, я медленно умираю, мне надо. Пусто. Нечем стрелять, надо перезарядка. У меня есть ключи от МЧС, это что, все нормально, все нормально. Да блять! Нахуй он это сделал со мной? Слева? 150 слева надо, мне 140. Какая жизнь, братан. Мне нужен жгут ебаный. Что надо. Пиздец, блять. Да, то, что надо.
Пожалуйста, дай жгут. Да блядь. Чё за хуйня? Как трансфер, что это такое? Бля, она не одевается вместе. Стоило только забыть гемостатик, блядь, называется. Она сильное кровотечение останавливает? Блядь, дай боже. Да нет, не останавливает, блядь. Дай жгут, ну блядь. Что за синий рюкзак? Почему нельзя привязаться туалетной бумагой? О, нихуя себе, блядь. Да, блядь, нахуй, чё их так много? И слева, и справа. Блядь, там челик нахуй меня видел. Как же я охуенно встал. Он уже смотрит сюда. Как же я тогда охуенно встал, если бы я смотрел вот. Слышь, импортный, блядь, есть чё? Сюда! Я перестану течь. Блядь, да они идут ко мне, суки. Нет, игрок. Боже, почему так много вокруг меня всего? Пиздец.
Кто крадется, блядь? Нет! О боже, нет, блядь! Я на Европе играю, если что. Пиздец, нахуй, охуеть. Мне кикает на Америке, мне кикает на Европе. Это пиздец. И как в это играть? Почему мне кикает? Пиздата. Что? Подождите. Нам это приснилось? Чего нахуй? Где мой биток? Я перезайду в игру, наверное. Блядь, где мой биток? Верните мой битховен! Рейд отменили из-за бага. Охуеть! Нахожу тетрис, нахожу льва. Меня кикает, блядь, и рейд отменяется. Я, сука, эти тетрисы нахожу раз в неделю, нахуй. Да, в 1000 недель. Это правда. Биток 550 тысяч стоит, блядь. У меня в жопе было... Сука, 550 тысяч. Кто отменяет рейды? Кто ответственный за такие рейды, блядь? Дмирка, блядь. Дмирка в рот ебал, нахуй. Так налутаться и просто нахуй откатить. Лучше уже сдохнуть. Чтобы меня дикий убил, я даже не знаю. Пиздец. Не, я умер все-таки. Так подождите, а если бы я тогда пошел в рейд, что бы тогда произошло? И вот как эта игра работает? Вот скажите. Нормально? Так, лучше надо нанести около 400. Ебать, сахар жрет, нахуй. Животное, блядь. А ты на диких, что ли, пошел? Да. Я же спросил, ты не ответил. Бля, ну ладно, я думал, ты про next карту спрашивал. Не, ты сказал, ты тейлер. Ну да. Не, ну на диких быстро. На диких можно было бы одну сбегать и пойти. По домам. Тысяч реально сожрал. Пиздец реально дикий. По голыми руками сахар. Джекер, тоже ты это идешь? Сахар в цене поднимется. Ой, не скоро. Когда большинство игроков поставит себе самогонный аппарат. А это. Писты, ебать, рынок сахара в игре обсуждают. Так, ожидается подъем цен на сахар. Не, ну 100% поднимется, но как только игроки прям очень массово уже, блять, килы сидит нахуй. Блять, там килы сидит. И как его еще делать? Еби его, Димас. В ноги, понял, все, блин. Ебать, Димас. Илу захуярил на диком. Пиздец. Жесткий. Ну. Это мой любимый стример, кстати. Красная карта в килле, давай! Хуй там. А, нет. Блять, там кто-то идет, я не могу с оружием ничего делать. Не переключается, не целится. Пизда. О, найс. Блять, ну давай. Последний магазин был? А ты в натуре теперь вместо кого останется? Чисто замена. Теперь я за килу, блядь. Так
хп у меня не так много. Без патрона. Блять, нихуя не видно в этом забрале, блять, такая щель уебищная. Бля, реально косплей на киллу происходит. Единственный минус, я без медицины. Тут война с дикими идет. Ладно, бейсбола. Заправки. Опа. А бейсбол. А какая нормальная разгрузка без брони, которая идет? Я тритон юзаю почти всегда. Он. Она недорогая и вмещает дохуя. Тут труп. Криминал? Похоже на то. Пора все будет. Барабаны 400, я знаю. Ресмонт. Да не, я, наверное, просто, может, недолго еще, ну, еще в Тарков поиграю, как заебусь, пойду отдыхать. Ладно, удачи, Димас, рано. Удачи зрителям. Не сбивайте свой режим, а то, блядь, вон, оказывается, это очень опасно и сложно. Давай. Давайте, удачи вам, не болейте. Ковидом не заразитесь, блядь, смотрите. Бля, ну то, что я киллы вообще встретил на диком еще и, блядь, он у меня не сагрился, а спиной стоял, это кек, нахуй. Я такое, блядь, редко видел. Но самое забавное, что тут нахуй трупы, дохуя трупов было. То есть игроки друг друга хуярили, а Кила почему-то не участвовал в этом. Пассивный такой Кила на серваке оказался. А получается, если бы я тем магазином его не шотнул, все, пизда мне была. Да? Ебать, я выживший, пиздец. Ну я крут, крут. Собаки убегают. Ну это было неплохо. Армен, мальчик, ебать, красавчик. Димон клоун. Маме! Ракет, спасибо за рейд. Я его снесло. Третий фонарик! Сюда! Нихуя! Какой это наркоман, вы посмотрите. О, бля. Она не убивает. Сука. Она не убивает. Он так мем прожал еще мне. Пиздец, три фонаря там нахуй. Он должен был умереть просто из-за света. Его должно было облучить просто таким количеством. Реально чела ослепил. Он реально без глаз остался, бедняга. После такого.